Это старинная мечеть села Кокташ – настоящая гордость местных жителей. Более 10 лет назад общими усилиями ее начали восстанавливать. И сегодня в этой красивой и уютной мечети проходят пятничные и праздничные молитвы. Но много лет жители села мечтали об ифтархане, в котором можно было бы проводить коллективные ифтары. Несколько месяцев назад они начали сбор средств на строительство. Вот наш долгожданный ифтархане построился. Хоть не до конца, но уже можно проводить, альхамдулилля, тута, ифтары. Нам помогали с Симферополя, Севастополя, братья-мусульмане, сестры-мусульмане. Потом мы много собрали в сайтах, в интернете, на карту нам упало. Строилось 2 месяца. 29 января мы его начали. Хочу поздравить всех мусульман с наступившим месяцем Рамадан и поблагодарить всех спонсоров, всех людей, которые принимали в этом участие. Ифтарханенің құрылмасы, әбет, біз чоқтан берлі бір ниет барды. И шүкір Аллай, абы, гене де сөйлей жегім, мен қашкерелер сөйледім. Көйімізде Серан дейін бір дин қардашымыз бар. Бизнесменлер олсын, пек чоқ ярдым еттілер. Аллах олардан разы олсын, Аллах сауықларыны версін. Аллах ішлерімізді оң кетірді. Новое ифтархане вмещает до 120 человек. В первый день священного месяца Рамазан на разговение пришли жители села Кокташ и близлежащих сел – мусульмане разного возраста. Открытие нового ифтархане для каждого – радостное событие. Бүгін көйімізде балабан тантана, Аллаға шүкір, ифтарханемыз ішке түшті. Бүгін бірінші Рамазан айыны бірінші күнінде бірінші ифтар болаяты. Сау болсын жематымыз, Қырым мұсылманлары қол тұттылар. Аллаға шүкір, ниятымызға еттік. Келіңіз бізге ифтарларымызға, көйімізге, Кокташқа. Я держу второй уже год. Построили здесь мифтархане. Я приехал с села Радостного. Здесь очень уютно и красиво. В новом ифтархане в мечети Кокташ-Джами ифтары во время священного месяца Рамазан планируют проводить каждый день.